В одном из ангаров автотранспортного предприятия «Самары» в четверг, 3 апреля, прогремел взрыв. Пресс-служба Главного управления МВД по Самарской области сообщает, что во время сварки емкости автоцистерны воспламенилась газово-воздушная смесь. В результате телесные повреждения получили трое рабочих. Один из них от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое других сейчас находятся в больнице. На месте работает экспертная группа для выяснения всех деталей трагического инцидента.